После завершения кольцевой линии в 1954 году московским метростроителям предстояло решить, где и как строить новые станции. В это время в стране у власти окончательно утвердился Никита Хрущев. По его инициативе 4 ноября 1955 года вышло печально знаменитое совместное постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР номер 1871 об устранении излишеств в проектировании и строительстве. Оно фактически отменяло в Советском Союзе архитектуру. Борьба с наследием помпезного сталинского ампира затронула и метрополитен. Причем коснулась она не только проектируемых станций, но и уже строящихся. Первыми жертвами новых архитектурных веяний стали новые станции Рижского радиуса, открытые в мае 1958 года. Ботанический сад, сейчас проспект Мира, Рижская, Мир, сейчас Алексеевская, и ВСХВ, сейчас ВДНХ. Первоначальные проекты из роскошной отделки были пересмотрены. На Рижской, например, отказались от большого мозаичного панно с видами столицы Латвии на торцевой стене центрального зала и барельефов над проходами между пилонами. На ВДНХ стену одного из пилонов, которую уже успели украсить флорентийской мозаикой, пришлось заштукатурить и закрасить зеленой масляной краской. Изящное оформление подземного пространства, которое еще недавно считалось гордостью московского метро, теперь было объявлено бездушным украшательством, с которым нужно решительно и безжалостно бороться. Отныне ставка делалась только на высокие темпы строительства, простоту, дешевизну и утилитарность. Вместо прежних подземных дворцов стали возводить типовые однообразные кафельные сороконожки внизу и со стеклянными аквариумами вестибюлей наверху. Наглядным памятником этой эпохи стала Филевская линия, открытая для движения в ноябре 1958 года. Из-за экономии денег вместо продления на запад столицы Арбатско-Покровской линии было решено построить новый полностью наземный радиус от станции Киевская до станции Фили. К 1965 году он был продлен до станции Кунцевская. Существует легенда, что на таком варианте настаивал лично Никита Хрущев, который во время своего визита в США увидел в Нью-Йорке линии метрополитена, проходящие по эстакадам над городской застройкой. Но это вряд ли было так, поскольку знаменитый вояж Хрущева в Америку состоялся в сентябре 1959 года, почти через год после открытия Филевской линии. В это же время, по соображениям экономии, при продлении Кировско-Фрунзенской, сейчас Сокольнической линии на юго-запад, отказались от подземного тоннеля в пользу возведения Лужнецкого метромоста, совмещенного с автомобильным. Правда, ходили слухи, что настоящей причиной такого решения стало близкое соседство с еще одним тоннелем, который якобы соединял секретную линию метро от центра в сторону Раменок и проходил под стадионом имени Ленина и главным зданием МГУ на Ленинских горах. Вскоре выяснились результаты погони за дешевизной и тотальной экономией не только на оформлении станций, но и на строительных материалах. Из-за ошибок в проектировании и применении непроверенных технологий для ускорения строительства к началу Международного фестиваля молодежи и студентов вместо стальных конструкций использовался железобетон с добавлением в него поваренной соли, которая быстро впитывала влагу. Лужнецкий метромост быстро пришел в негодность. В 1983 году из-за аварийного состояния пришлось закрыть расположенную на нем станцию Ленинские горы, а через 3 года и сам мост. Капитальный ремонт этих объектов завершился только в 2002 году. Спустя некоторое время стали очевидны и недостатки наземных участков метрополитена. Они были очень неудобны в эксплуатации, особенно доставляла хлопот очистка путей от снега и дождевой влаги. Бетонные конструкции открытых станций Филевской линии стали настолько быстро ветшать из-за низкого их качества, а также агрессивной городской среды и вибрации от проходящих поездов, что их регулярно приходилось ремонтировать. Поэтому в последующем строительство наземных линий метро в Москве было признано нецелесообразным. Вместе с тем, именно в этот период темпы строительства метро в Москве были одними из самых высоких в мире. В 1958-1972 годах, когда московским метростроем руководил Василий Полежаев, единственный метростроевец, с чьим именем названа станция метро, протяженность линии столичной подземки увеличилась более чем на 81 километр. Действительно, в 1960-е годы метро пришло почти во все районы города. Было решено сосредоточиться на строительстве радиальных участков мелкого заложения от кольцевой линии по всем направлениям, кроме востока. Калининская линия была сдана в эксплуатацию только в 1979 году. Правда, через центр города эти радиусы соединять не стали. Впоследствии это будет признано ошибкой, которую станут исправлять с середины 60-х до конца 80-х годов.
Но повторение в направлениях линий метрополитена радиально-кольцевой структуры наземной Москвы будет сохраняться и в дальнейшем. А тогда, помимо вышеупомянутых Филевской, Рижской и Кировско-Фрунзенской линий от Парка культуры до Юго-Западной и от Сокольников до Преображенской площади, были также построены участки Калужского радиуса от станции Октябрьская до Новых Черемушек, Горьковского радиуса от Сокола до Речного вокзала, Арбатско-Покровской линии от Измайловской до Щелковской, Замоскворецкого радиуса от Автозаводской до Каховской, ну и, наконец, самого длинного радиуса от станции Таганская до Ждановской, сейчас Выхино. В 1965 году постановлением Совета министров СССР было запланировано строительство первой в Советском Союзе опытной линии монорельсовой дороги от станции метро Нагатино, при сдаче в эксплуатацию получила название Коломенская, до железнодорожной платформы Коломенская Павелецкого направления длиной 5,2 километра. Ее открытие намечалось в 1967 году, к 50-летию Октябрьской революции, но затем, видимо, было решено отказаться от дорогостоящих транспортных экспериментов и провести по этому маршруту обычное метро. До недавнего времени это была Каховская линия и перегон между станциями Коломенская и Каширская Замоскворецкой линии. Некоторые станции возводились в буквальном смысле в чистом поле, еще до массовой жилой застройки прилегающих территорий. Таковыми стали Юго-Западная на Сокольнической линии и Ждановская, нынешняя Выхино, на Таганско-Краснопресненской линии, построенные, соответственно, в декабре 1963 года и декабре 1966 года. Столь стремительные темпы метростроения стали возможны не только из-за упрощения архитектурного оформления станций, но и благодаря применению новых технологий. В 1960 году по инициативе Василия Полежаева в ходе работ по строительству Калужского радиуса впервые применили новаторский способ щитовой проходки тоннелей без выхода на поверхность, с немедленной их обделкой железобетонными или чугунными тюбингами, которые затем стали называться московским методом прокладки метро. При правильном применении он позволял вдвое сократить затраты времени и денег по сравнению с берлинским открытым способом начала 20 века, который предусматривал раскопку по всей трассе линии котлованов и траншеи нужной глубины и ширины, где осуществлялись все работы. При московском методе не было необходимости перекладывать подземные коммуникации и укреплять фундаменты расположенных рядом с трассой зданий. Сейчас, оглядываясь назад, стоит признать, что в целом период с конца 1950-х до начала 1970-х годов был одним из самых успешных в истории московского метрополитена. Число линий росло невиданными ранее темпами, которых порой не удается достичь и сейчас. Правда, при этом пришлось пожертвовать красотой и эстетикой. Нарочитая имперская помпезность сталинских станций сменилась безликой монотонностью, неказистостью и чрезмерным минимализмом хрущевских. Только в середине 1970-х годов при проектировании новых станций московской подземки станет очевидным, что в их оформлении необходимо вернуть хотя бы немного индивидуальности.